Вот. Слава Богу, у меня радость. Володя на 2 недели отпуск брал и вернулся вовремя. Я уже зубы поломал об сухари. А сейчас лепешечки будут. Это не отпуск был. Вчера мы ходили с тобой на наш огород, там брали, ну, остатки бобы взяли, свеклу худенькую, никудышную капусту, все загрузили. Я гляжу, лодка стоит зеленого света, металлическая. Я говорю, она была здесь около нашего огородчика. Пошли, там нашли сеть натянутая. Ну и мы стали молиться. Я говорю, Господи, благослови этого человека, который приехал. Я это было что из Корчиной. С Урывки-то не поедут, у них там свои пруды, а у Корчинских-то я не знаю. Ну и кого ловят-то? С чего ловят? Карася. Карп-то подох весь, пропал. Он не выдержал. Ну вот. А ты сказал, говоришь, а может Леша? Ну ладно, если думаю, так мысль-то мне не пришла такая, Леша. Так я бы видел у него лодку-то, не видел. Но мне не имется узнать. Мы попросили на него благословения, говорим, человек хороший, никакой пакости не сделал. Приходит тайно, видимо, ночью, чтобы никто не видел, рыбачит, выезжает. Благословил Господь, чтобы рыба у него была и довольный был. А может быть, он охотник, да чтобы с бобрами тут поговорил с нашими. Что делать-то? Ну, я подумал, еще, может быть, Барабаш тайно где-то что-то делает это. Ребята-то у него хорошие. Только пошел сейчас, дома никого нету, а дома Ангелина у Алексея-то. Я говорю, у вас лодка есть? Есть. Есть? А какая? Металлическая. А цвета зеленого, наверное? Ну да. Так это не он ли ставит там? Ну да. Так это что, такая сеть у него перегородил полностью пруд? Ну да. А вы знаете, почему он ставит-то? Почему? Я сразу догадался, он когда Гальянов ему дал попробовать сушеных, ему очень понравилось, а он же это... ну, это занимается своим хозяйством. И у него, видимо, сразу там в голове. Оно, видимо, так. И там какой-то выключатель чакнул. 64 карася поймал. Я говорю, где они? Ну, куда? Значит, ребятам дал, матери дал, там, ну, 4. Я говорю, а вот интересно как. Мы просили благословения, не знаю никого. Благословение очно и заочно, ведение и неведение. Так это как же так? Мы за него молились. Мы уезжаем, поэтому если поймает в следующий раз, пусть он это благословит теперь нас карасями. Она смеется. Ну хорошо, я к нему поехал, его что-то там не нашел где-то. Я ему скажу, вот ты как загадку загадал, ты благословенный ты. Даже не знаю, благословляют тебя люди. Вот я сейчас так и вернулся оттуда и довольный. Думаю, надо же, я застолбил на карасей на этой неделе. Говорю, а мы в город увезем, там попробуем уже, а здесь мы потерпим пока. А там можно потушить или в фольге, как Людмила Степановна делает. Надо поговорить, купить вентилятор, воду гнать, это воздух гнать. А воздух, если будет там, то они не задохнутся. Они будут расти большие. Вот такое дело. Вот еще я сейчас вернулся. Прошел у него, там его нигде нету. Ну, тележку сгреб да увез в сторону куда. Ты сделай так, чтобы хватило нам до среды. И чтобы с собой увезти. Нет, это мало. А? Этого мало будет. Мало, так сделай больше. Нет. Завтра тогда складами займешься. Да почему я? Ну сейчас пока поднимается, я сделаю. Ну, ладно. Не забыть надо бобы взять, все остальное, инструмент, все спрятать. Готовиться надо к исходу. В Египет, видишь, быстро покинули иудеи. Ничего с собой не взяли. Даже квашня и тесто понесли квашню, главное. Вот что интересно. А там что они, на песке пекли, тоже непонятно. Вчера я ранеток тут набрал местный. Вот какого размера они, да, хоть на ладони сколько. Но они подмороженные и вполне пригодные. А тут мы собрали свои бобы, это все. Как-то я в армии был, слышал, китайская передача. Посетила комиссия одного китайского товарища. Живет вполне достаточно. У него полных 4 мешка бобов. Ни машины, ни компьютера, ничего, но бобы. Это у нас рыжая почивает. Сегодня поела она тут, селекция была. До сыта наелась. И на колени, я обедаю, она на колени лезет, но не стал трогать. Полежала 2 раза. Ну все, тогда пошел.
Тебе дров-то надо таскать? Не, не надо. Не надо? Не, я сам. Все.